Центральная избирательная комиссия сегодня завершит прием заявлений о голосовании по месту пребывания. Это последний день, когда избиратели могут подать в любом избиркоме, многофункциональном центре или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента страны по месту пребывания, а не по месту регистрации. Ранее в ЦИК сообщили, что число поданных заявлений приблизилось к 3 миллионам. Сегодня до конца рабочего дня можно уже подать заявление по всем участковым избирательным комиссиям, зданиям территориальных избирательных комиссий через МФЦ и через портал государственных муниципальных услуг. Заявление можно подать будет только участковые избирательные комиссии по месту регистрации избирателя.